Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение ФФАшечки на восьмерых за Норвегию на Пангее. Какие цивилизации у моих соперников будем выяснять в процессе партии. Если же вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а мои любимые жевжики-патрицы, спонсоры канала, все серии видят сразу во вкладке сообщества. Большое спасибо вам за поддержку. Становитесь спонсорами канала, будете получать эксклюзивный контент, а весь остальной контент раньше других. Потеряно 6 населения? Охренеть. Так, вот теперь... Дальше пошли в национализм, вообще в урбанизацию. Сейчас надо будет быстро выкупить валету. Мне что-то кажется, канадец... Ой, блин, извините. Позже покажу. Что-то кажется, канадец будет держаться зачем-то за эту валету, хотя дай ты сопернику купить, что ему надо. Так. Не знаю, зачем я стены купил. Так, ну остается на ваты только. Я бы ваты поднакупал тоже. 190. То есть один пока могу купить. Под вулканом. Нет, давайте в Осло. Канадец, а зачем ты это делаешь? Что именно? Зачем ты перекупаешь валету так круто? Ну, чтобы по одному послу не закидывать, не баловаться. Ну, а тебе не кажется, что ты дай человеку купить за веру и перекупи? Ну, сказал бы, что ты купишь за веру. Так, а зачем? Ты... Ну, это что? Это не очевидно? Вот люди постоянно какого-то дурачка изображают. Зачем тебе валета в постоянных союзниках? Это тебе никакого бонуса не дает постоянного. Тебе один ход побыть союзником, купить, что тебе надо, и все. Я просто вижу, что ты не хочешь никому ее давать, чтобы никто не мог ничего за веру купить. Правильно я понимаю? То есть ты портишь отношения с человеком с другого конца континента, который, например, мог бы тебе помочь там против Конго, против Крии, например. Вот такой херней просто на ровном месте. Интересно, кому ты не мог помочь против Конго? Я не знаю, вот зачем люди подобное делают, вот зачем ему не давать, то есть вот все, если вы видели прошлые игры, все всегда с валетой договариваются, типа я вот сейчас кину, потом ты кинешь. Дать 200, верну следующему. То есть чувак тратит кучу послов,
кучу, он сейчас кучу потратил послов. То есть мне еще 5 надо будет, чтобы дамбу покупать, понимаете? А сколько ты мне отдашь? 250. Так, ну у меня в компьютерах через 8 ходов. Как у нас с затоплением? 21. Мне надо где-то послов опять искать. Ну вот выжженная земля, например, естественная история, охрана природы, да? А, пушки. Давайте я баллистику открою, чтобы в пушке апнуть. Боже, я до сих пор, у меня до сих пор эта скидка висит на юниты. Покупаем маяк. Покупаем здесь караван. Здесь что мы строим? О, здесь кампус на плюс 2. И здесь на плюс 2. Мне надо тропические леса эти не убирать тогда. Ладно, давайте кампус. Конго предложение. Блин. Чеченица здесь не... Ну вот надо священное место решать уже, куда ставить. Ну блин, тут сюда сотка. Ну видимо надо. Так, а что у нас с портами? В Ставангере. Блин, в Ставангере я бы лучше промышленную зону. То есть, давайте так. Выкупим эту клетку. Ставим промышленную зону. И выкупим эту клетку. Ставим священное место. Да, на плюс один. О, спер деньги, отлично. Ощущение шедевра, контрразведки. Ладно, давайте хищение шедевра. Не хочу его в контрразведку ставить. Ну, посмотрим, работает на ГГшке это или нет. Значит, тут 8-1. Да, работает с утроенной силой, реально. Пойду в Наску тогда еще. Так, у японца с кем союз? С Хубилаем. Хубилай, предложение. А ты ему прям войну-войну объявляешь или пограбить просто? Пограбить. Да что, что вот ему войну-войну? Вот что, что с него взять? Серьезно. Извини, японец, конечно, но... Но без его этого бафа, тем более... Облегчит страдания его.
Да я бы там только был бы рад. Я просто не знаю, кто там с другой стороны и кому там будет отваливаться. Мне кажется, что скорее будет к нему кому-то там отваливаться эти города, чем ко мне. У нас тут такое расположение, не знаю, вы видите карту или нет. К это, китайцу. Хотя, там черный карик. Там темный век. Нет, у кого темный, я не темный, у меня нормально уже. У тебя нормально? Я нечаянно промахнулся, да. Одного очком. У меня город решил вырасти до 15, и за это одно очко дается. Вообще, японец, конечно, города на побережье без стен, когда в сосед... норвежец в соседях. Вообще особые, да? А там уже шансов-то и не было. Я уж понял, как варвары напали, так и смысл стены ставить нет, если я и так уже проиграл в этом темпе. О, японский. А почему японский броненосец около Канады? Я вообще поражаюсь. Это полководец мне дал его. Ага. Так, дальше тырим. Подождем. Видите, он отремонтирован, но я подожду, когда маяк. Так, а мне тут из этих никто войну случай... А, блин, так Наска со мной в войне. Я сейчас этого флотоводца просто поломают ему лицо. Плюс 2 есть промышленная зона. Ну, наверное, надо ставить 43 культуры. Кайф. А чё я раньше вот и решил японца не трогать? Конечно, я понимаю, что он отстающий, но он просто рядом со мной. Не был бы он отстающим, то я бы его грабил, получается. Да, что я думал, золотой греческий выпад. Да, золотой выйти, слишком быстро. Очень быстро век наступает. Одиннадцать ходов до затопления. Но я через 7 ходов компьютера открою, только у меня не будет валетты. То есть мне нужны... Блин, мне нужны эти послы все-таки. Так, давайте так и так. АПМ в пушке. Раз и два. Тут археологический музей не будет. И меняем карточку, наконец. Соседство гавани, кампуса, промышленной зоны. Два влияния. Может поставить... Вся треугольная торговля тоже дофига денег даст. Рационализм вряд ли. Я бы мог что-то такое открыть для
Зданий. Не, ладно. Давайте республиканское наследие просто. Лёш, можно я на 2 хода перекуплю карлев? Это тебя ничего не навредит? Навредит. Ладно. Это все-таки этот. Добавь туда тогда 1 посла, если у тебя есть. Да чего так? Надо. Мне до 6 добить надо. Тебе надо добить до 6. Так у меня там 4 посла. 4? Ладно, забей. Так, давайте рабочего здесь. Такое ощущение, что у меня закончилась торговля. Нет. Так, фабрика угольная, промышленная зона, мастерская, контрпредложение, святилище Ставкирка. Давайте Амани в Валетту. Красивые города у Конго, вот гуляет мой скаут такой среди них, любуется. Спустись вниз, там еще интереснее. Блин, а тут грабить-то особенно нечего. Особенно, когда у человека все ресурсы есть. Что-то я пропустил ход на грабежи. Так, тут гавань полностью разграблена, надо священные места грабить. Все метеориты падают в район Японии и Голландии. Что по великим людям? Может, на что-то мне веру потратить? Это еще мне даст культуры, да. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Так, мне надо 280, если и так, это минус 40-160, давайте дадим ему. Когнор, предложение. Давай за 200. Не-не, мне именно 40 очень надо. Именно сейчас. Вот, давай. Ну, точнее, я сейчас вот просто сейчас куплю, что я хотел. Ты видишь, у меня не будет этих денег. Ну, какое у тебя тут чудо какое. Нормальненько-то. Это вот СББС, кстати, чудо. Какое? Которое у Хубилая. Да. Так, я, походу, сделал кругосветку, да? Да.
Ну чё, аэродром строить? 6000 мемпа. Все нормально. Он еще накопит самолетов и меня убьет. Да у него нет алюминия, что он сказал. А это он говорил? Кстати, а что у меня с алюминием? Я даже просто не знаю, что у меня. Под райончиком. Ищи нефть. Иду. Кто ж по итогу Оксфордский построил? Да его строило 5 человек. Ага. Построил. Под, я, главное, ну, под священным местом алюминий меня прикалывает. Я, Скиф и Конго точно строили. Ну я не буду ждать, конечно же, форму правил, мне надо открывать компьютеры сейчас. И более того, у меня прибудет валету... Нет, просто... Валету Амани, и мне надо 3 посла... У меня 4 уже есть, отлично, все, я поставлю дамбы. Наверное, стоит маяк. Ух ты, это вообще в тему как раз для Шетсму. Шетсму. Зашибись. Так, что мы тут... Какой район мы тут хотим? Кампус мало дает. Промышленная зона. Ну, это лес убирать надо. Священное место. Вообще все районы говняные получаются. Леша, дружба. А почему тут канал недоступен? Я что-то не пойму. Так, сколько ходов осталось? Даже продолжение. Так, слушайте, мне надо покупать берсерка, видимо. Сейчас он точно должен быть доступен. Ага, 320. Ну, давайте берсерка купим. Бля, блин, что у меня тут все стоят? О! Я опять в золотой... Нет, не опять, я был в нормальном, да? Ну, в золотой век я сейчас вывалюсь. Блин, я забываю грабить японца. Тут покупаем ват. И шпиона. Блин, я так и не решил, что я тут хочу строить. Может, все-таки промышленную зону вот здесь просто в соседстве с этим, потому что, ну, как бы долго, иначе все остальное там будет делаться. Ну, я надеюсь, что они друг дружку будут тут ядерками валить. Хочется ведь, возможно, я все-таки заберу японца на самолетах. Ну, для этого, то есть мне надо сначала будет валету забрать, а чтобы мне забрать валету, мне надо сначала все купить в центре за веру. Ну, как у меня там прокачиваются-то... Так, срыв ракетостроения. Подрыв плотины. Подрыв плотины мне нравится. А здесь... Тоже подрыв... Давайте, подрыв плотины. Подрыв устоев.
Так, у меня уже 6. А мани когда прибудет? 2 хода. 2 хода подождем. Да, слушайте, это, конечно, береговые рейды. Очень мне нравятся. Сейчас хочу попробовать рабочего захватить. Отлично, маяк, верфь. Покупаем морской порт. И покупаем, наверное, из Хамара торговца. Все, японец победил религиозно, не иначе. Вряд ли. Ну, у меня пенсионеры уже обращают. Городов как бы японец на первом месте. Ну, я не знаю, как он может меня обратить, например, находясь в войне со мной, и когда у меня все города в моей религии. Думаю, что это шутка все-таки. Конечно, шутка. Как он скифа может обратить? Ну когда ты достроишь маяк? Я тебя пограбить не могу. О, венецианочку давайте, кстати. Я не знаю, почему меня все еще скиф не обратил, но да ладно. Я просто забыл, что у меня вера есть. Веру забывать нельзя. А уф. Ну, кстати, 2 хода Амани и 2 хода компьютера как раз зашибись. Согласен. 330. И после этого мы идем в улучшенную авиацию и сносим Валетту. Что канадец задолбал. Кто-то тырит из крестьянца на деньги. Будем продлевать союз, канадец и... Может его посадить здесь. Чему нет? Я кину приглашение, кто хочет. Давайте попробуем. Дружбу и потом союз. Ох, что это религиозный союз третий. Один заряд с рабочим остался. Ну, да, блин, я... Одна единица нефти и та в озере. Блин, к чему вот эти относятся? Акаяма... На меня посмотри, нефть. Акаяма. Ну, в общем, ногой Акаяму надо брать с Валеттой. Развлекательный комплекс, дипломатический квартал. Знаешь, Конго, я лучше соглашусь. Ладно, давайте строителя. Морской порт я, по-моему, везде поставил, да? Морской порт, морской порт. Да. Поэтому я бы, наверное, просто купил мастерскую здесь. И... Дальше, наверное, ничего пока тут не делал. Так, ват. 250 науки. Ну вот это я думаю, что они в лабы вышли, в отличие от меня. Кстати, а может и тут аэродром? Или военный... Нет, давайте, короче, строителя. Сейчас там еще лошади не обработаны, дерево не обработано.
Что-то я тут не понял, что строить. Что уже все построено. Так, сейчас Амани сюда прибывает. И компьютеры открываем. У меня 6 послов, а надо мне 3. Крей, нами, пожалуйста. Спасибо. А там просто, ну, задержка всегда, несколько секунд. Какой-то конченый, блин, попался следующий. А этот очень клёвый. Ну, я хотел бы его купить, он бы мне нужен был бы, на самом деле. Как мне его тебе продать? Тут ничего не затапливает. То сейчас как на 50 промки построю, что ли? Интересно. Ну, короче, плотины куплены. Нету. Теперь я себя ощущаю... А, восло. Теперь я себя ощущаю защищенно. Блин, а вот мне бы подошел бы он. А, кстати, в Хамаре ничего не топится. Как ни странно. Все, Валетту можно сносить, короче. Поехали в улучшенную авиацию и потом в химию. Тут рыбацкое судно есть. И тут рыбацкое судно, что ли? Да, слушайте, я с японца реально с этих грабежей очень дофига всего получаю. Прям очень приятно. Так, а почему я естественную историю открываю? А, ну ее в любом случае надо открыть. А, ну давайте откроем, там аквапарки есть, я бы где-нибудь аквапарк построил. И потом уже в СМИ шел. Так, покупаем библиотеку, покупаем универ. Что здесь дальше строить? Промзона. По плюс одному, да? Но я бы здесь лес не убирал. Вот тут можно убрать, я думаю. И тем более акведук здесь ставится, да? Давайте вот так отметим. Строителя надо. Блин, тут два города без ничего стоят, ничего не строят. 6-14. Что за звук был? Я на твоей территории была руинка, ты серьезно? А, первый уровень, о, отлично, как я вовремя все застроил. Ну, у тебя буквально, вот ты, вот твой археолог, посмотри, и вот твоя это. Зачем на моей ставить археолога, серьезно? Как-то у тебя археолог прозвучал немножко матерно. Ну, не руинка, а эти... Историческое место, у тебя свое историческое место есть. Подожди, японец, я не понял, а зачем ты на побережье еще... Вот я тебе хожу, граблю побережье, ты берешь, строишь там производственную площадь и коммерческую, прям, это чтобы мне, типа, больше я получил всего? Ну, почему бы нет, я уже все равно ведь ничего не сделаю здесь, в этой игре. Так а зачем соперникам помогать тогда? Так, строители.
давайте еще одного. Следовательские гранты. Блин, сломали зону. Это кто-то мне сюда пришел, сломал. Хотя... дамбу разрушили. Какая-то тварь разрушила мне дамбу. Нет, давайте... давайте нет. Сначала промышленную зону ремонтируем. Странно, почему мне не на... а, ну вот, вражеский шпион повредил дамбу. Какое интересное предложение, ну ладно. Сейчас караванчик грабану. Японский. Ну, тут не получилось убрать, видите? Да, блин, появился археологический этот. Черт, хотел там ферму поставить, а там археологический. Пока не уберешь, тебе там ничего не поставишь. Так, Кардив можно до 6 довести. Так, мне куда-то... мне вообще надо в научные поотправлять вообще-то. Так, давайте первый посол. Женева. Наланда есть, Болонья есть. А, ну все, пока. Лахорн, Газгаргаму. Опа. Что сейчас было? А кого-то убил у меня на... А, это Леша то убил? Да, японец меня... ты видел какой good morning? Ты понял? Понял? В моих территориях проводить такое. Можно, пожалуйста, без этого? Я с Алексеем дружба. Разграблено, разграблено, разграблено. Парк хочу. Я понимаю, что тут надо... слушайте, тут надо аквакультуру в Осло. Аквапарк надо в Нидоросе строить будет. Ну, тогда... тогда исследовательские гранты. Что там с великими людьми? Это, кстати, интересный ученый. Он, правда, только в чужом кампусе срабатывает. Thank you.
Ну, блин, мне дарите... А, слушайте, я самолет просто куплю. Я самолеты просто куплю. Так, я бы тут в дамбу перебросил. Так, доступно повышение. Ну, давайте на контрразведку. Ну, а этого здесь тоже. Я кого-то убил, что ли? Я что-то не пойму, канадец, ты как вчера будто против меня играешь. Еще и шпионы все твои у меня. Так, давайте аквапарк. А, тут не хватает, сколько надо же, 16, 3 хода. Ладно, тогда тут давайте бомбардировщик строить и бомбардировщик купим. Перебрасываем в крестьянца, начинаем повалить и работать. А, нет, караван. Куда мне бежит этот караванчик? Ну, елки-пальки. Ой, мой любимый флотоводец Ласкарина Бубулина. Жалко, обычный век. Но у меня же есть вино. А, да? Так когда ж ты построишь этот маяк? Ну чё, по юнитам? Может, ближнего боя меньше, на всякий случай. А это кому хуже будет? Ну, я боюсь Конга, если честно. Плюс рядом. 5, дальнобойность давайте. Так у Конга нету алюминия. Ну, не алюминия, не нефти. Короче, я плюс 5 к разведке. Я голосую, не знаю, я бы никому не давал, ничего не убирал. Как хотите, я плюс 5 к разведке. Так, довольство. Вот теперь давай. Вот теперь я предлагаю такие табак забанить, чтобы один маленький скиф не курил, поберег легкие, и с ним все было хорошо, я считаю. Это хорошо, что ты беспокоишься, но тут еще Конго и Кри есть. Ну, чтобы... они как хотят. Ну, то есть это конкретно больше ударит скорее по скифу, чем по ним. Давайте за табак. Нет, зато нет. Ну, это уже было. Ну, это, конечно, от Конга и Кри зависит. Я не знаю, если вы хотите... Да нет, я забанил уже. Ну, проголосовал за забанить. Но я тоже не против. Ну, вы-то как бы побольше влейте, а то у чувака там много голосов. Давайте вот так. Попробуем. Ну, давайте, Канада, скиф. Голосуем. Может, не надо?
надо. Так, я надеюсь... Ну, это затопление только меня, по-хорошему. Но еще вон японцы. У тебя 413 науки. Хотя у японца тут не так много клет. Ну вот, вот эти утопнут 100%. Культура-то это ладно. Если бы не было Канады, да. А так, я не знаю, что с культурой против Канады делать. О, не влияет табак, отлично. Стоп, ой, подевалась. Тоже 300 было. Там я кончился. Там у Канады этот, я же говорил, век золотой, да. А как, а там разве еще-то в веке было то, что влияет на науку? Ну, давно уже не было. Нет? Да не было уже давно, это один раз только. На науку есть только, по-моему, в средневековье, если я ничего не путаю. Ну, в смысле, античности и средневековье, и все. Я, наверное, реформу денежного обращения продолжу. Не знаю, производство... Карточки меня. Кампуса у меня, конечно, хорошие, но я тут не собираюсь какие-то чудеса строить, а деньги на что угодно можно будет потратить. Что вот так лучше. Пингала. Дайте Магнуса на логистику избытков, промышленности, кооперацию будем. Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает. Так, он тут ничего не отремонтировал. У Канады просто все есть по ресурсам. А никто стримит, да? Что? Везунчик. Я не могу. Давай я там. Давай. Блин, 90 сила, правда? Вчера ты смотрел, сегодня я буду тебя посмотреть. Это как бы дофига, да? Давайте я до летучего отряда улучшу. А, тут... Слушайте, а мне первый посол некуда, да? Канди не надо, в Лавенту не надо, в Преслов не надо. Тут нету, но да. Так, давайте Хатуса. 6. Ну, у меня, правда, это не работает тупо потому, что у меня нету еще... Блин, а я двух этих линейных не могу сделать, да? Но мне надо без ускорения идти в химию. В общем, меняем на плюс 2 влияние. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Играйте в умные игры, слава Украине и живи Беларусь! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.